35 Роберт Фишерс. Гиндерс Озолс номер 35. Германис Плеско номер 42. Янис Дручко номер 43. Андрей Богданов номер 46. И Максим Бойцов, номер 51. Итак, внимание спортсменам. Четверть поворота направо. Спасибо. Четверть поворота направо, спиной к судьям и к зрительному залу. Спасибо. Четверть поворота направо. Спасибо. Лицом к судьям. Спасибо. Внимание спортсменам. Двойной бицепс спереди. Front double biceps. Спасибо. Широчайшие мышцы спины спереди. Спасибо. Грудь бицепс сбоку, с произвольной стороны. Спасибо. Спиной к судьям, пожалуйста. Двойной бицепс сзади. Back double biceps. Спасибо. Широчайшие мышцы спины сзади. Спасибо. С произвольной стороны трицепс сбоку. Спасибо. Пресс бедро. Спасибо. Максимальная мускулистость. Аплодисменты, друзья. Последняя категория. Если у судьи есть пожелание. Спасибо. Итак, дамы и господа, участники, пост даун, свободное позирование. Аплодисменты, друзья. Поддержите спортсмена!
аплодисментам. Судьи пришли к единогласному мнению. Итак, вызываем на сцену президента Федерации NSC Латвия. Юрий Гуцан, просим на сцену. Для награждения, для вручения приза, для определения абсолютного чемпиона Латвии по бодибилдингу и фитнесу. Итак, дорогие друзья, по единогласному решению, абсолютным чемпионом становится спортсмен под номером 42 Герман Плиско. Поболеть! Герман из Плиско становится абсолютным победителем открытого чемпионата Латвии по бодибилдингу и фитнесу 2013 года весна. Спасибо всем, что пришли поддержать. И ожидаем, что осенью будет не менее интересно. За абсолютный, за абсолютку. Sveiciens visiem! Šodienas uzdevums ir izpildīts, tā ka jāstrādā tālāk, jāparāda rezultāts, nu, lai līdzi tevi būtu priecīgi. Vēlreiz gribu pateikt paldies visiem saviem atbalstītājiem. X-Power Latvija, Reaktors, Ribetons Dārzi un kravu pārrudāju firmai Taka. Paldies jums par lielu atbalstu. Tiksimies vēlāk.